Привет! Сегодня мы будем жарить мясо. Сегодня день ангела Константинуса. Здесь у нас поедаки. Поедаки – это ребрышки барашка. Здесь именно панцета херени. Панцета херени – это мяско тонкое свиное. Здесь у нас сувлаки и колбаска. Так, что еще? Что еще? Не знаю, что еще. Короче, вот так вот. И здесь соседка сейчас только прислала бурмадаки из листьев винограда. Рисом нафаршированные, постные, не без мяса. Так, вчера мы были на свадьбе. На свадьбе. Где у нас вот такие вот бубонеры были там у нас? Вот такие вот. Вот такая большая, длинная бубонера. Господи, как вам ее показать-то? Вот она. Ну-ка, бумажку брать надо. Вот такая вот большая, длинная бубонера. Ой, там этот, от ветра закрылись ставни. Ах. Ой, сходил, вымыл балкон. Ой, ставни закрылись, надо закрыть штору тогда. Вот. И сегодня мы будем мяско жарить на улице. Сейчас покажу. Фаис уже разжигает костер. Огонь, как говорится, да? Здесь у меня хамус генетый. Хамус это все развалено. Вон они, мои мужички, да? Командуют. Ваю, Константине! Ясас. Так, слушайте, у нас уже 6 дней нашим зайчатам. Зайчиха там сидит. Видно, вам нет ее. Эй, Амурфуля. Амурфуля, это красавица моя. Амурфуля. Сегодня утром здесь авария произошла. Вот так вот один ехал по дороге с большой скоростью в машине и выехав на ту дорогу, на центральную. Ну, прям вот так вот дорога там центральная. Врезался. Бам. И, я не знаю, шип кого-то. Ну, короче, столкнулись машины. Ветерок у нас, видите, сегодня. Видите, как у нас цветочки внизу. Все, увидимся сейчас. Динус уже стульчики притащил. Сейчас стол ваш туда притащит. И будем сидеть. Там посидим, пока мясо жарится. А потом поднемся. Эрмес. Эрмес. Ты кончишь, Эрмес. Эрмес, это вот тут собачонок соседский. Эрмис смотрит, смотрит так. Вчера мы были до 2 с лишним часов на свадьбе, сегодня не успели сходить в церковь. Поедем вечером в церковь, в деревню к Вайсу. Красота какая у меня, цветы, смотрите, как красиво. Я здесь сижу на стульчиках, на балкончике и любуюсь ими. Вот, так что вот так вот. Такие вот дела. Вайс разжег дрова. Он сделал себе новую тут сам. Видите, новую сделал. Сестре называется здесь. Сам сделал ее. Сварил, чтобы жарить мясо. Старая у нас на крыше испортилась, уже все плохая. Сколько ей там? 30 лет. И эту потом мы тоже. Он недавно только сделал, потом ее поднял. Скажешь привет всем. Привет. Хроня пула, Константине. Эля Константине. Вот. И потом ее мы тоже поднимем наверх на крышу. Сейчас уже поднять. Здесь пожар внизу. Очень сильный ветер сегодня. Сказали, к вечеру будет дождь. Так вот, видите, какая погода, солнце. И облачка. Ох, ветерок. Что-то камера не срабатывает. Коста, куда несешься, Коста? Куда идем? Мы с пятачком. Большой-большой секрет. Так, мы идем за сладким, да, Дин? Мы идем за сладким сюда в магазин. Я в домашних тапках, видите, Дин тоже. Вот. Что-то спустились вниз, притащили стулья. А мой говорит, у нас же даже сладкого нет. Костас, мама, пойдем за сладким. Ну вот и мы пошли за сладким. Сейчас пойдем выбирать, что мы купим. Вот, вот такие вот дела. Так что вот так вот. Вот так вот. Сегодня у нас полстраны, половина Греции, 70% празднуют, потому что в каждой семье, иди сюда, Константине, есть Костас и Елене. Сегодня день ангела Костаса и Елене. Святые празднуют сегодня
вкусно, селяне, все, видите, даже не только я иду в сладкий магазин, все идут, потому что все на такие праздники покупают сладости. Сладости — это пироженки или мороженки, мелкие, сейчас, может, это тепло. Вау! Кузьму! Шлепнулся, допрыгался. Чего ты, разодрал? Ох, травма. Так, купили две коробки. Встретили учительницу Костаса. И ей подарили сладость. Одну купили. Маленькую тарту. Тарта называется. Маленькую пирожную. Ну, ой, маленькую. Ну, такую маленькую. Чего ты? Пойдем сейчас вымоем. Задрал колено. Ладно, ничего страшного. Все, хватит прыгать, значит, да, Дин? Ну-ка, покажи машину, которую ты купил. Вот еще какую машину он себе отхватил. Все, давайте, увидимся. Домой притащили. Упал Костас. Папочка ему ногу отмывает. Вау! Ну, без болячек никак. Так, 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 сейчас я покажу вам, потому что потом уже будет поздно. Вот. Магазин так называется. Самый округлый, самый вкусный магазин у нас здесь. Нам завязали еще бантик здесь такой. Так красивый. Сейчас покажу две коробочки. Распечатаю, открою, покажу. Здесь света нет, а на улице яркое солнце. И поэтому там нельзя ставить. И буду приходить, придется мне сегодня 100 раз вверх-вниз подниматься. На нижнем этаже нету холодильника. Вот такие вот дела. Ладно, смотрите, что мы купили. Так, камера, ну снимает нормально. Что-то сегодня камера, блин, не снимает нормально. То тормозит, то что. Я ее потерла. Протерла. Короче, вот такой вот, вот такие вот сладости. Вот тут в розовом пакетике здесь. Такой вот пакетик здесь. Вот они вот, видите. Здесь курмуш. Здесь вот такие вот штучки. Вкусные. Здесь вот такие конвертики, два штуки. Все хорошо, да? На, будешь конвертик такой кушать? Нет, не теперь. Ой, вот, не теперь. Ладно, не буду. Вот такие вот сок. Вон, видите, из них этот течет сладкий сироп. Вот эти вот, это тоже вкусные. Там крем здесь тоже вкусный. Здесь как ромовая баба. Вот эти вот. Очень вкусные пирожки. Очень классные. Ну, ладно. Это все. А я возьму вот этот вот. Курмо называется. Вот такой вот он. Сейчас открою вам, покажу, что это такое. Вот. Да, вот такая вот сладость. Блин, елки зеленые. Ну, давай, открывайся, же не хочет. Вот. Это крем, а сверху так вот сделаны. Там вот этот шоколад. Ну, такая вот вкусняшка. Ладно. Все. А это уже не буду открывать, потому что все это не поперепробуешь. Всю эту вкусность. Да, Дин? Что-то уселся телевизор смотреть теперь. Ой, компьютер смотреть, да, Дин? Ладно, все это ставлю в холодильник и иду, там надо стол поставить в этом дворе и будем там сидеть. Всем увидимся, что будет дальше. Весь дом пропах этим самым мясом вкусным, жареным на углях, углями, дымом таким, знаете, дымком. Забыла ложки накладывать салат. Бастулия. Охи, калайнем, я харайна псинете. Авгалю маки видео. Я история. Пситикане тора су влаки, пситикане, да влипис. Пситикане, го сам да капсу. А ту капсис. Ама да капсу да е... Да трогите, да? Е, бе, бе, да не е калитре ка мену тора. Патау да влепо, до левит камера, да до левит ме се стои. Послегите. Фош. О, со, и Илю. Василия имаш псистис, да, Василий? Васька. Васька? Я ты, Васька? Васька, Васька. Пеш тука ты, Росика, Росика. Доброе утро. Доброе утро. Пеш тус хроня пуляка. Послегите хроня пуляка, се Росика. Здорово. С праздником, дек жерс. А по что? А по... А по что? Хроня пуляка, Костадинович. Ты вселенаш. Λέω ο Βασίλης τώρα ψήστες. Ναι. Ψήνει. Και συνέχεια ο ίδιος δεν κάνει. Τι δεν ξέρει. Ξέρει. Εγώ νομίζω στην Ελλάδα όλοι οι άντρες ξέρουν να ψήσουν. Δεν είναι. Να ψήσουν. Πήγες στο στρατό και δεν ξέρεις να ψήνεις. Κάηκες. Άμα κάψεις τα μια του Πάσχα, φυλακή. Ναι. Τιμωρία. Στην καράβλια ψήσατε εσείς είναι... Στο φούρνο.
σε φούρνο δεν ψήσετε έτσι? Έχει τύχει κάποιες φορές. Είμαστε σε λιμάνι. Άλλη έξω. Άλλη μια καρέκλα. Ο Βασίλης ψήνει. Ο Βασίλης προλαβαίνει. Έλα, βάλτε σαλάτα και ό,τι θέλετε ακόμα. Ντουρμαντάκι. Τι Κωνσταντίνος έκατσες εδώ. Αν δεν θες την ήλιο, να αφήνει σε μένα να κάτσω. Να, φέρτε εδώ το πυρουνάκι μου. Εκείνο. Βάλτε την σαλάτα, παιδιά. Να. Είναι ποτήρι σου, να. Βάλτε την σαλάτα, μα να χάσεις, εντάξει. Εδώ πάρτε όλα. Κούσνες κακά, ε. Να, το φίλο σας έφυχνε. Μας τιμιά. Ντρέπονται, μπαμπά, σε εσένα περιμένουν τα παιδάκια σας. Οπα. Αυτός το κόψε κάτι κομμάτι, μπιγάλα, ναι. Τι είναι αυτό? Πρέπει να κόβεις, αυτό είναι μπούτι, καλύτερα να μην ψήνω, εντάξει, τι να κάνω. Ναι. Δεν ξέρετε να κόβει μήπως. Σιγά σιγά. Τρελαίνω, δίμηδιο, μαϊ τσιτώτσικη, μαϊ τσιτώτσικη. У нас дождяр начался, мы хотели ехать же вечером. Олео, фелема, напамо, есть в Велестину, в Екклесия, в Китарапунова. Кита посуду, не рука ты важить, сули на икату. На, и там, вот там, вода течет. Пули, пули, не рука. Кило, и кеп ты алис. Китали, не, это раз, алёк. У нас гром гремит, земля трясется. Кто бешено несется. Короче, дождик майский. А я тут кока-колы лидовской по... Это самый балуешь. Вот так вот столик стоит. И мы здесь сидим. Давай, скажи привет всем. Привет, привет. Если семеро мету Василий псисты с дулепшаты. А, я тут цветочки смотрю, сижу внизу. Если шпага, ты ба... Китрис. Мы объелись об этого самого, как бы бобики. Вот. И сейчас мои цветочки польются. Угу. Мужмала вся уже объелись, мы мужмала. Вся поспела. Вот так вот. Никуда мы не поехали. Завтра. Завтра поедем, потому что надо ехать в деревню. У нас в деревне свадьба. И в субботу имеется в виду. Снова. Так что вот так вот. Мои точечки здесь благоухают. И это декафу мы стукуня и кипью калитра. Да не вая. Штыкуня. Вот. И два. Ох, там аляму. А ты куча даки, да Евген. Она какие-то. У меня, говорю, волосы от кудрей. Это самое. Не распутываются все в этом влаке. Вот так торчат. Вчера даже некогда было себя заснять вам. Танцевали вчера наши греки. Ой, весело было. Шампанское открывали. Но все это я показывать не смогу, потому что мне попросили в интернет не выставлять. Я выставлю только так вот, где вебинарки, приглашение такое вот. Вот такое вот вам. И этот самый. Лица, чтобы не выставлялись в интернет. Вот такие вот. Ну, а так что... Шампанское вчера. Не, кафарижи-то, на. Вон сколько воды течет внизу на дороге, видите? Сузуки. Мокрый. Дайхацу. Сузуки, да, не? Дайхацу? А, Дайхацу. Вот. Вот такие дела. Одну коробку уже сладости раздали, съели здесь все, соседям угощали. Мясо тоже соседям угощали. Вот такие вот дела. Все, всем прощаюсь с вами. Вот на таком дождливом небушке нашем. И увидимся на нашем канале. К
кактус Костаса. Κοίτα πώς μεγάλωσε κάκτος. Κάκτος, ναι, ναι. Ολόκληρο δέντρο. Ναι.